новостям спорта. На берегах Тибра представлена новая книга «Спорт в Ватикане». Дзюдо, футбол, стрельба по тарелкам, теннис, велогонка – вот неполный список видов спорта, популярных в папском городе-государстве. Выступления знаменитых спортсменов проходят даже непосредственно в папской резиденции. Многие из римских первосвященников сами занимались тем или иным видом спорта, указывает автор книги и напоминает, что папа римский Лев XIII, живший в начале 20 века, включил спорт в список новых важнейших инструментов массовой коммуникации. Понтифик Пий XI был назван папой-альпинистом и скалолазом. Папы Иоанн XXIII и Павел VI возвышали свой голос во славу спорта и не раз принимали его мастеров в Ватикане. И нынешний суверен Ватикана, папа Бенедикт XVI, придает большое значение ценностям спортивного мира. Йозеф Ратцингер указывает, что игра учит дисциплине чувств и дает ощущение победы и свободы. Командное чувство приучает спортсмена к дисциплине и сосуществованию.